Ольга Киевская, баллада о матери. 41-й год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найм!» — твердил он важно. «Расстреляет!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня, меня убейте! Но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ячинно. «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает!» Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битое!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безломно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночка, не цвести. «Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла бы и спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.